Всем привет! Есть в Италии сеть магазинов, которые появились совершенно недавно. И называются они, эта сеть называется Mondo Convenienza, мир удобства. Достаточно прекрасные цены. И вот мы купили в этом магазине шкаф четырехдверный. Сейчас я вам покажу. Это спальня, называется Сирио. Вот такой четырехдверный шкаф, но это с зеркалами. Мы взяли без зеркал. С зеркалами этот шкаф стоит вот цены. Сейчас сфокусируется. Итак, с зеркалами цена 315 евро. Это шкаф. Кровать 265 евро, зеркало 51 евро, комод 154 евро. И две тумбочки 77 евро. И цена, если вы будете полностью спальню брать, стоит 510 евро. Вот такой четырехдверный шкаф с такими ручками. Цвет называется Кольмо Натурале. Мне очень этот цвет нравится. Вот такие ручки. Высота его 2 метра 47 сантиметров, длина 2,29 и ширина 55 сантиметров. И служить он нам будет для верхней одежды. Вот. И вот так внутри. И всякие свитерочки, кофточки. Значит, кого интересует, плюс за привозку они берут 10 евро. То есть, если вы всего купили, например, на 1000 евро, 10% это 100 евро. Транспортировка, и сюда же входит сборка. Транспортировка и сборка. Здесь мы сделали эту полку немножко ниже, для того, чтобы можно было что-то разместить. Не куртку, а, например, брюки какие-то. Вот так. Ну, то же самое. Вверху это перекладина. И точно такой шкаф, только пятидверный, мы купили в прихожку. Та же самая высота у него. В общем, пятидверный стоит 300 евро. То есть каждый отсек прибавляйте по 50 евро. А это кто? А это наш Мурзик. Мурзик! Иди сюда. Иди, мой хороший. Мой красавчик такой. Мой такой красивый. Ты такой красивый-красивый. Покажись, какой ты красивый. Вот такой я красавчик. Вот. Полюбуйтесь на меня, какой я красотулькин. Кстати, когда мы жили
На вилле мы снимали квартиру. И перед тем, как сюда переселиться, кто-то то ли подбросил его на виллу, я не знаю, может, ему было 2 месяца. Ну, я его один раз покормила, и он зашел в квартиру и больше не выходил из нее. И пришлось нам его сюда забрать вместе с Марсиком и с Маркизой. Теперь у нас 3 кота. На этом я свое видео заканчиваю. Вам желаю всего самого-самого наилучшего. Если вы хотите быть красивыми и счастливыми, будьте им. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А если вам это видео не понравилось, ставьте дизлайки. Ну и не забывайте писать комментарии под видео. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч!